Здравствуйте, уважаемые любители рыбной ловли. Сегодня мы начинаем наше очередное рыболовное приключение. Приехали мы на озеро Руда Краховская. Попробуем что-нибудь словить. Все, что получится, вы увидите в моем отчете. Попробуем. Поставили мы 1 грамм. Поставили селектор Полярис. Попробуем что-нибудь ловить. Вот такой водоем с уставом. Что-нибудь попробуем. Первый окушочек. Поменяли местечко, вроде были тычочки. Сейчас попробуем еще раз. Смотреть, меняли местечком. Такой окушок маленький, но злой.
Сеточку поставили, мотылек. Делает у нас один человек, Игорюня. Ну, пробовать на него же поймать. Вот еще один. Заработал мотылек. Ну, вот поменяли. Опять попробуем. Мазура утекс. Все будем пробовать. Поставили мы от косодаки типсик. Будем пробовать. Ветер боковой чуть мешает. Ну ладно, это тычочек был, хорошо. Поставить 2 грамма. Вот поставили мы вот такую цацию и 2 грамма и попробуем. Ничего, сколько сделал, это не получилось. Ну, 2 так не хочет, так на граммик. Да, там догнал. Догнал. Здоровый какой. Чуть больше поляриса. Сволочи, чтобы пожрать по-настоящему. Крючков нету, мы поставили чуть больше крючочек, потому что много сходов, и поставили, попробуем полярис. Этот полярис, вот он сразу на первом забросе он сработал. Все, вот что. Thank you.
меньше. Вот такие здоровенные. Идем дальше. Так вот будем идти и пробовать. Бережочку. Вот она. У нас без поводочка, потому вот иди сюда, щучка. Все, и гуляй. Вот, вот такие, внимание, такого окуля нет. Что такое? Ничего, ничего. Вот. Такое вот местечко, тут мостик. Глубина должна быть, но нету. Вот такое, ну. Мелочь есть, крупного нету. Опять щука. Ах ты. Иди гуляй. Вот тут что-то я взял. Кушочек. О, вот это лохонь. Отсюда мы начали. Сюда и пришли. Сделали крыжок. Такая вот получилась отбавочка. Вот заключительный окунь. Все, спасибо, водоемчик. Поехали. Все. Вот такая получилась сегодня рыбалочка. Все, спасибо, водоемчику. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Подпишитесь на мой канал. Рыбачьте с удовольствием и берегите природу.